Это злой ход. Злой. О, посос в игре. Ребят, я в РБК не был, сука, месяца три на. Надо кинуть просто пососа пати, он мне сейчас нахуй пошлет в чате. Так, ты зашел? Угу. Че, я возьму квест, я не помню, какой там надо РПК. Так, погоди. Ну, мастер потанчит, нам нужен хил. Ниже топь надо, ниже топь. Пиздец, сразу потанчит нахуй. Да ничего, вон. А, шерпи. На, так что. Кого? Тирдолики там войду там, да? Уйду, блядь. Сейчас как выпадет, ты что? А просто зайдут? Просто ты тут? Просто вышел. Биси нету. Он в игре онлайн где-то там. На квесте. Да я понял, что. Так, на кого-то. Что-то мне не нравится, как просто хилить нахуй вообще. Думаю, ура, у нас нормальный холь Эршам будет. Он топ Эршам. Блядь, не хочу говорить это слово. Да, это он не хилил, он прикидывался еще. Ага, блядь, на звездочете нахуй 40 маны, как было, так и есть. Посмотрю последний по шаманах, блядь. Так, а на звездочете, чё тих? Бля, у меня последняя штука осталась. Давайте. Где Шансун? О! А-а-а. Бычья голова что, да? Нормально? Чё, зачем? Куда? Принимай пати. Я потом расскажу. Не слушай его, нахуй. Это развод ебаный. Не-не-не, я спать пошел сейчас через минуту. Вот так вот, да? Вот так вот. Киданул, пацанов, киданул. Да ну. Час назад я бы сходил, а сейчас уже поздно. Так, кого похилить-то? Конченый рога, думал, меня, сука, убьет. Мудила. Алло. О! Хочешь, я тебя обрадую, нахуй? Царь. Тринька упала, да? Да. Да. Две тринки упала, забрал Шансун. Так, а чё ты? И... Чё ты? Свет вырубил, интернет? Да, у меня свет оффнул. Давай, пати, принимай. Тут, это принимай, куда? Пати, тут надо Каруге рубить. Не слушай их, нахуй, блядь. Ну нахуя ты принял, пати, сука? Ты хилишь. Хорош. Хорош, да? Давай, принимай. Ниже топ же там, да? Да, да. А потом какой, кто помнит? Бастион или что? Потом... Что-то? Да, бастион... Нет, кровь. Угу. А потом гробница мана. Кто там? Подтверждает. Царь. Я подтвердил. Это Чулан АФК он. Да он не АФК. Блять, можно я офнусь, пожалуйста? Нет. Офнуться нахуй. Это 30 ДД, сука. Тут ДД нормальные. Подожди, кому эту тренер? Кому эту тренер отдали, вот скажи, пожалуйста. Угадай. Шансон. Не, я... Виби уступил Шансон. Я нормально себя чувствую, все нормально. Ну а чё, всё, чё у тебя, с... интернет вырубил? Интересно, то... Да свет у меня офнули, пидорасы. Блядь, я так и понял. Ну мы тебя ждали, ёпт. Так. Да у меня вот только что дали, пиздец. Хиляй. Тут хиле? Да, я же сказал, ты хилишь. Какой, слышь, ты сначала говоришь, а потом про триню, окей, да? Давайте, вот все мне напишите, что я проебал тринкет. Я сейчас возьму его и задоначу. Хорош. Мне, да? Хорош. Пишем все вместе. Да ну, шучу, чё ты? Успокойся, выпадет он. Так, в смысле выпадет? Я уже задонатил, но мне почему-то бонусы не приходят. Что за хуйня вообще творится с этим ёбаным? Здравствуйте. Пекнулся? Чё, я не спекнулся, мне бонусы не приходят.
Да придут. Да ладно, ты завтра спекнешься. Точнее, завтра задонатишь. Да погнали, мастер, пошли. Что за хуйня? Ну почему я? Киляй, киляй, киляй! Я только спекнул! Киляй, Войт, киляй! Да, я не умею. Давай, как боженька киляй. Гимна ману. Гимна ХП. Дайте приста баф, что ли, сука. А кто покинул гильдию? Кто покинул? Пидор какой-то. Интрус. А, это друг какой-то ебан, который мы дал, бля, гильдию. Хуй плет. Так что, сука, будет ебучий нахуй приста баф или нет? Блять, сорян, ноль этих реагентов, свеча. Царь нахуй, на вам рыбу, блять. На вам рыбу, сука. На то вам барабаны, нахуй. Сука, бомжи ебаные, блядь. Короче, сейчас кто... Я, если еще раз кто-нибудь не напишет, я не знаю просто, что там я сделал. Правда. Хватит. Все, хватит. Мы тебе скажем, мы тебе скажем. Там принял. Да ладно, успокойся ты, что ты? Точечно, да, царь, да. На, царь, да, да, бафся, блядь. Давай, давай, все. Я тебе воронку, сука, не отдам, конечно. Ладно, пацаны, запомните этот день. Еще через полгода, в следующий раз, я пойду с вами в РПК. Пойдем тогда после этого короб уже тогда убьем. Ты зачистил себе? А, блядь, а потом нахуй еще лича убьем, хэм. Не, у меня короб. А когда? Ну, я имею в виду, ты погибель только оставил там, да? Нет, уже когда. Я уже убил ее. А, ну тогда ты пойдешь, наверное, паладином, да? Лошня, ну что, что? Я тогда паладином не ногой. Я тогда даже хантом не ногой, блядь. Ты как мышкой, да? Сколько этот знак Эльдара стоит на... Хотя, нет, можно будет сходить чисто за ОД. Мне это 10 надо. Ну, сегодня, да? Нет. Вот сегодня ты вот как хочешь мне. А когда? Ну, если у меня начальник также забухавший, так что... Я завтра буду свободен очень, блядь, быстро. Можем завтра пройти просто днем, да и все. Днем, да? А во сколько ты примерно? А, давай, блядь, после КД, мне на хантом. Ну давай после КД. Пошли в НАК, что за ОД, ёпта. НАК за ОД. А чё там неумирающего сделаем, ёпта? Чё там его делать-то, блядь? Знаем мы, блядь, этих неумирающих. Сейчас варом, блядь, чарж, блядь. Да ну, успокойся. Посос. Блять. Инна. Я топовый, блять. Делаю шем на вара, короче, удаляю вара нахуй, это, делаю хантап. Ой, пиздец, тут прыгнул от этих нахуй, до пизды ебани. Топ-2 ДПСа, ебать нахуй. О, хорош, лутают они, да? Я просто летаю, у меня иннера не было. Ё-моё, мобы. Хорошо я напулил, да? Охуел он. Хил, хил, хил. Смотри, у нас хил такой, слакерчик. Паладинов ложит только на раз. Ох, суки! Да. Фирают Миразина. Угу.
А сколько у нас Гурский выдавал в рейдах? Помнишь, Войт? Ой, не помню. Где-то с турбойсом наравненно. 17 до 19 к. Да ты чё, с ума сошёл? 19 точно нет. Гурский. Откройте видео, да посмотрите, чё вы. Канал же есть мой. Чё, левитация? Ещё. О, сука. Чё, он спиздил траву, нахуй? На то он час даёт. 17. Да ну, у него было 17. Кто это такой? У него 15 да. Было, блядь. 15-16 максимум, да. Даже я Гурского иногда догонял, да. Ну, сейчас его... Вот, 17. Как перебежать-то, сука? Привет! Алло, блядь, помогите, нахуй. Зачем ты сюда? Беги! А как бежать? Беги, Войт, вперед! Вперед, беги, вперед! Беги, 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 беги! Беги еще! Суки! Бог немного! Теряй ты, блядь! Только я упал. Сука! Ой, дурак на войне! Ой, дурак! Слышь, ты так нахилища, чуть Лара не положил. Куда идти? Куда идти? Тут озеро какое-то. Все, Войт, не знаю, отставь, пошли без него. Ё-моё. Пошли, убьем нахуй. Кому нужен этот вагон? Ласты там, блядь. Сердолики отдайте. На туре я буду снизу тут ходить тогда. Еще сердоль тебе отдать? Я заберу его, спорим? Сейчас смотри просто. Я по стене сейчас залезу просто за вами. Смотри. Левитирующий прист. Ну смотри, я по кушарям. В ту сторону пошел, ну. Да похуй, я по кушарям, смотри, уже ползу. Блять, тут какая-то грибы какие-то. Давай добегай, блять. Нормально. Киньте себе веревку какую-то, что ли, я не могу так. Пошли помогать. Пошли помогать, человек. Я тут уже вижу этот. Где этот? Хант, короче. Слышу, трэш, сука, привет. Блять, какой трэш-то? А как к вам прийти-то? С места сначала надо идти, да, или чё? А, короче, да, смотри, да. Смотри, жмёшь Alt F4, вот, берёшь, вырываешь комп из разницы. Бьёшь с кулака в монитор. Выпадаешь всех персон. Это же нормально. И орёшь, One Punch Man. Фу, анимешник, ну. Сказал чувак с аватаркой Лилуша, да? Да. Не, ладно бы ты что-то нормальное смотрел, но Код Гиас... Не знаю, мне Код Гиас даже лучше... Тут-то обрыгался. Тут-то опять обрыгался. Мне просто плохо, когда хватит обрыги, вот. Смотрю на аватарку мастера. Ой, Войт, это я про тебя вспомнил. Пососпел, погоди. Блин, зачем? Вот так затащим у нас хан за дутейст. Капец. Чё, говорите, ебалам обернуть к вам, да? Или хвостом? Хвостом, давай. Подожди, я сейчас подбегу, вас похилю. Чё, погнали. Так, пыляй быстрее, на... пока он не пришёл. Ничего. Блин. Респект мы с хули приста, чтобы бежать под щитком быстрее. Вы что, сдохли? Да. Тебя просто нет, тащить некому. Слышь, мастер, так нечестно. Тренинг. И в ДТ-шмоте, наверное, да? Тёма, чё? Танка хила тринки будем за 100% отдавать. Да. Ну, блядь, посмотри сам, ну посуди. Вот да, сейчас да, танки да. Оденутся, блядь, за 10% ГП, с тринки, хилами, блядь. Тринки и просто будет было. Ролить на ДД-шмот с приором, блядь, выше, чем у кого-либо, нахуй. А ДД-шники просто одеваться не... Ну вот, тринки вот стопудово надо за 100%. А делать все стопудово? Не, ну обычный есть... танкошмот не надо отдавать по фул ГП. Ну, обычный, а вот да, тринки, как да. Я предлагаю, тринки нахуй. У нас как было, блядь, гильдия? Ну. Этот, когда одевали один спек, нахуй, до фула одели один спек, и если хотят ролить на второй спек, получали 2 косаря ГП, нахуй, и ролили на второй. Ой, прости. Ты заебал.
так рыгаешь без понтов. Че, ни разу не наиграно, да? В смысле, у меня тут этот спазм желудочный, а он такой... Просто наигра! 2 КГП это тоже... Ну это мало, нахуй. 5 косарин. Ну это если человек убить. Да ну, не, это тоже, блядь. Да, ребята, вот второй спек, мне кажется, это он должен быть оправдан. Не, дело не в ГП, а в том, нужен ли этот второй спек гильдии. Вот, понимаешь, вот если вот у меня есть фурик, да, к примеру, с протоваром, они оба могут быть нужны в рейде. Ну то есть, возьми РС-25 оп, чё я халёна не танчу, я его танчу по КД, блин. Могу ли час затанчить, и затанчивал уже. Бежим от него, бежим, бежим нахуй. О, халеончика танчика. Бежим, бежим. Сука, я вас догоню сейчас. А мы под аспектом. Пол инста уже пробежал. Ты там под левитацией пройди еще раз. И я уже не буду так. Войт, войт, назад, не туда бежишь, не туда. Ну конечно, не туда, блядь. Я по трупам бегу. Там твой, когда прыгаешь. Своих там, врагов, да? Да. Там когда прыгаешь вниз с этого. Как у. Где второй босс? Там сундук. Там надо, короче, в циклон его быстрее. Там надо этот, как вглубь и уплывать, нахуй, как в подводке. Сука, я мог собрать это. Чулан мою траву спиздил. Ну-ка, активацию на поиск травы включу. Сейчас, блядь, заберу всю траву. Вон там дальше трава. Блядь, давай, кто быстрее. Давайте босса бьем, пока он траву ищет, сука. Смотри, смотри, шух. Шух. Чуланидзе, смотри. Опа. Шух. Опа, 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 шух. Опа. Опа. Шух, сейчас варт сдох. А мне еще фул прожимки есть. Блин, меткости нет. А че не кастуешься, слышишь? Только он нас догнал, развертаемся, ведем в другую сторону. Надо было запутывать. Я тебе говорил, нехер своего, надо было волка это убирать, а то он серил, пока шли. Он нас по кокулькам и нашел. Войт хорошо говно находит. Он драгму нашел, говорит, и тек по нем по КД, говорит, какой шаман, говорит, какой, говорит, шаман. Войт, ты позоришь мой спек, уйди отсюда, пока я... Тут, кстати, мы на голду фармить. Войт, а где ты эту ветку взял, можно спросить? Какую? На ШП, у кого ты ее скопировал? А чё такое? Ну, плюнь просто в лицо тому, у кого ты это скопировал. Ну это на пытку, наверное, 50-й комплект. Mm-hmm. А чё? Не-не-не, всё нормально, вот, всё хорошо. Ну это по 50-й же ветка, правильно? Ну, мой сердолик, нахуй. Чей, говоришь, там по мане... Нормально всё, мой сердолик. Ты если я не вырулю, я буду вообще бугородить. Давай сюда на базу, ко мне. Ко мне, мой махонький. Вот нормально, пустоту вырулил. Шейно. Так, шею пиздим, медведь изим, нахуй. Где мой сердолик? Мой сердолик. У меня сердолик. Мой сердолик. Ко мне. Сейчас, смотри, войду и вижу. Чулан специально не подтверждает. Левайте отсюда, говорит, левайте. Слышишь, Чулан, ты поехнулся, ему ж сердолик теперь точно не упадет. Чулан. О, я чуть ключ не забыл взять. Хорош. А надо... Ничего, давай сюда, сердоль. Всё, всем счастливо. Вот так вот, да? Дайте какие-то там извечки надо, какие-то. Дайте кто-то. Да, вы купили ледяных шаров, стак, тебе хватит. Ледяных шаров? Во всё. 21.
ледяной шар тебе нужен. И одна изначальная пустота. Так, пустота. На цепочку Дакара. Царь, ку-ку-ку-ку-ку, пошли первый ку-ку-ку. Будет весело, ку-ку-ку. А ты видел, Триня упала. Да. Триня упала. Ее сролил в шансон. Ее шансон сролил. Да она, вот, понимаешь, это Триня, она неплохая. Но полный свой потенциал она раскрывает только тогда, когда у тебя есть Т5. А, у царя, да, блядь, ты хотел сказать, да? Да. Че, погодите, вы еще идете, да? Там какой-то следующий квест надо взять. Нет. Нет, в смысле нет, ё-моё. Прямом. Вы че? Я сейчас... Пошли на аренку, Войт, сходим. Какую аренку? Да похуй, пошли. Я там в тучку уйду, меня убьют и все. Да похуй, левая спать, пошли. Мне надо только зайти на арену, сейчас стоит в бою. Погнали. Сейчас от PvP-шим нам. 2-2 вступить в бой. Сука, мы их рыцарей попиздили нас. Нали. Сейчас мы убьем, да, кого-то? Лафать. Сейчас отхуярим кого-то. Давай на коней. И бегать нахуй по кругу от них. Сука. Я майнд-контрол дам, нормально будет, слышишь? Я законтролю. А давай, я сейчас, смотри, я сейчас отхуячу всех нахуй. Всех и вся их. Интересно, кто знает, где Мосса пропал? Знаю. Вернется Мосса. Вот он, сука. ДК законтролю. Так. Просто. ДК контроль. Там шипешка. Ну монстр подал. Марс гильдия. Чем хилить-то мне? Хуярь! Да отсоси! Альт один! Просто ты как дураков. Альт два! Изи рейтинг нах кому-то. Да похуй, мне надо было поучаствовать. Ты, кстати, там накосячил, чё ты его не фернул? Так он мне дал сама. Я этот, ему кидал, фернул, короче. Вообще, косяк тут. Не буду с тобой на арену. Да мне вообще надо эти, звечки. Возьми 20... 21 ледяной шар там понадобится. Там на 3 квеста, по 3. Я сейчас свара покупаю. По 6. Там нет, 22 вроде. 22 на всякий случай. Потому что там надо будет вроде на последний или 3 ледяных шара. Чально время бесценно. Ну, не помню. Короче, посмотрим. Так, разное вроде. Чально Женя. Так. Чем? А что, сука, не хватает. Блин, кайфовый босс вот этот кель. Надо просто Феникса научиться убивать нормально и все. Вы, кстати, сколько чистанули? Да ласта трояли. Да, и немножко как? Там поднакосячить. Да, я примерно понял тактику. Ваночить побольше. Там еще, сука, просто... На, больше, на... Можешь крутануть нахуй? А, на... А, блядь, я собирал даже... Просто милики, раки ебаные, без дебема нихуя не могут. Да ну, там каста видно, блять. Прослакал, пока смотрел на Келя. ФС да всем дебем надо скачать просто. Да, а он не всегда показывает. А чё толку-то, блять, его качать? Если ты в него не смотришь. Надо же смотреть. Я смотрю и туда, и сюда, и везде. Ну, не все смотрят. Все глаза разбивают так же. О, можно завтра, слышишь, и конюс. И коню. Ну чисто за ОД, чё. Кузня крови, давайте пойдем сейчас. Не, двое, тоже 20 минут, еще нахуй. Сол. Ну ладно, в другой раз как. Вечный огонь, вечная тьма.
Так, 3. Еще 47 усилков на кресте, я уже становлюсь сильнее. У меня 60